подъехал, сразу ворон увидел. Сейчас попробую их наманить. Они вот там вот за скирдой сидят на тополях. Сейчас попробую их наманить. Есть одна. Может, еще она летят. Есть одна. Короче, все улетели после выстрела. Так, ну все, с полем. Только в угодья приехал, сразу хищника добыл. Блин, так мне нравится, если честно, по этим воронам охотиться. Хоть они, конечно, и несъедобные, но... То, что манишь их, это такое отдельное удовольствие. От семерки. Семерки потянул. Всем привет! Это «Мир глазами охотника» вы смотрите. Меня Сергей зовут, если кто еще не знает. Солнышко светило, ветра не было, такая погода бомбовская была. А вот после обеда я собрался на охоту, думаю, поеду. Пока доехал, ветер поднялся, какие-то тучи, зябко холодновато стало. Ну ничего, вперед, вперед, сейчас пойдем, будем искать дичь. Ну прохладно, блин. Ветер поднялся, конечно, не на шутку. Свою любимую семерочку заряжаю. Давай, давай, работай. Молодец. Надеюсь, камеру не будет сильно задувать. Перья набросаны. Где там моя собака? Может, выгонит кого с этих камышей сейчас? О, уже скулит. Слышу, лежит. Сможет, подымет кого. Ого. Что-то ломится по камышу. Вот здесь поздняя осень любит утка сидеть на этой канаве. Но в прошлом году я тут два раза ходил и ни разу не поднял. Без чего можно не поднять в этом камыше. Сейчас ветер. Утка будет туда поглубже забиваться. О, сколько тут пера. Ого. Ого, чувствую здесь. О, утки, блин. Блин, далековато поднялись. А, блин, далековато поднялись. Может, еще есть? Пыщи! Давай, 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 давай. Пять штук. Как это они меня так срисовали, а? Далеко, конечно. Далеко. И уже прошел. Молодец, молодец. Вот так вот плотно сидит. Одна плотно сидит, а те, как раньше, поднялись на скок. Блин, вся канава впере. И только в одном месте утки сидели. Есть.
О, блин, еще две поднялось. Так, под ранком. А я тех и не увидел. Где-то сюда упало. Чего? Давай тут ищи. Давай, поищи. Куда-то сюда упало. Давай. Поищи. Давай, поищи. 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 Давай. Молодец. Давай ищи. Под ранком. Давай. Я видел, что она под ранком падала. Ну вот уже все, излазили. Вроде вот сюда падала. Ну понятно, что она могла нырнуть, там переплыть куда-то далеко. Ну, он уже чиво колотится уже. Уже она и сплавала, и этот, и тот берег. И видно, что чует, где-то ее слышит, эту утку. Ну, в смысле, что она здесь была, но он найти не может. Видно, куда-то ушла под ранком. Ну, такая вот, значит, судьба. Жалко, конечно, да, чего? Давай еще посмотрим, еще. Еще, уже, может, полчаса мы здесь ходим, а может и больше. Я уже просто... Просто уже не знаю. Я уже сам этот весь берег пересмотрел. Если бы она здесь была, конечно, я бы ее нашел. Мне кажется. Потому что я все уже тут перетоптал. Но ее тут нету, по-моему. И собака, мне кажется, нашла бы уже на этом берегу. Конечно, они вот тут вот поднялись. И мне видно не было, они где-то спереди поднялись. Лучше бы я, конечно, по тем стрелял, которые вперед. А я вот эту увидел первую, которая отлетала. И там уже где-то стрелял над канавой. Бугон. Не очень. Вот они где-то здесь сидели. Вот тут. Или снег, кабанчик. Сколько он надежный, этот перелаз. Я не сильно того самого. Тут и сразу ставишь ногу и бурум пошла туда в мох. Воды, конечно, в канаве дохренища. Вот в канаве дохрена воды. А в озерах мало. А вот тут я тоже оставил в этом году одного подранка в этом месте. О, летит первая. Это не ворона, это соколок. Но четко на меня нашел. А я что-то думал, что это ворона. Тоже манится почему-то. Но, ну, видать, в природе этот звук ассоциируется с чем-то. Короче, сделал огромный круг. И в итоге увидел уток далеко от машины. Чего посадил в машину, чтобы она не испугала. Сейчас буду пробовать подходить. Они меня так срисовали-то, а? Далеко. Блин, не получилось подойти, короче говоря.
Блин, не вяжется охота. Как ни крути, а. Опять сюда сели утки. Еще одна попытка на эту же канаву. Наконец-то. Надо было, конечно, две сбивать. Но одна тоже неплохо. Второй селезень был. Чего? Щи! Молодец! Фу-фу-фу-фу! Фу! Фу, наша, наша, наша! Шо? Да. Семерочки тоже. Сегодня с семерочки стреляю. Давай, давай, давай. Посмотри, посмотри там. В канаве. Давай, 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 давай. Блин, сегодня все утки как-то так поднимаются вдоль канала. По-хитрому, короче. Как говорится, на всякий случай лучше пройти, чем потом думать. Есть одна! Есть одна. Чего? Тут, тут, тут. Блин, все-таки сидели. Все-таки сидели. Он трепыхается, я слышу. Тоже так, дистанция, в принципе, предельная была. Притычок. О, пришел. Класс. Ну-ка. Где она? Чё? Молодец, нашла, хорошая девочка, тоже утка. Прям в глаз попала дробина. Конечно, да, далеко подняли, чтоб ближе, да, а так с такого расстояния, но тоже, как бы, чисто бита, без подранков, из семерки. Кто не верит в семерку, он мне пишет, что с нулей надо стрелять. Ребята, стреляйте с чего хотите. Да, сегодня, конечно, такая охота. Первую утку я вообще не нашел. Жалко, хотя мы долго ходили, я там около получаса потерял, реально. И все равно не нашли. О, это что такое? Так, куда сяду? Блин, на ту сторону канала куда-то перелетели. Так, ну будет на сегодня это последняя канава. Не знаю, какая тут степень заросшести в ней. Хочу здесь заодно посмотреть,
там в одном месте бобра живет или не живет. О, прям тут уже живет даже. Я вижу. Ага, свежак. Походу лиса лежала. Блин. Лису можно было бы забирать. В этом кустике. Точнее, не можно было бы, а нужно. Но если через канал перешла, то скорее всего либо лиса, либо коза. Потому что заяц бы на поле выскочил в конце. Вот тут перо. Поищи чего, поищи. Перо-то есть, а уток нет. Вот, перо есть, а уток нет. А могли бы сидеть. Ну, в общем-то, такая трудовая получилась сегодня охота. 20 тысяч шагов прошел. На каждую утку по 10 тысяч шагов. Конечно, зря я сюда в конец поперся. Там была канава поинтереснее, можно было пройти хотя бы кусочек. Я думаю, там бы были утки. Пошел сюда посмотреть. Ну и посмотрел, короче. Посмотрел, что тут нифига нету. Очень жалко, что первую утку не нашел, которая под ранком. Так бы было 3. Но эмоции получил гору. Устал конкретно ходить по этой пересеченной местности. 2 таких круга серьезных сделал. Как будто на зайца целый день проходил, примерно такая усталость. Учила уже тоже подустала. Уток маловато, конечно, поднимал. Ну, какая получилась охота, такая получилась. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Все, увидимся в угодьях.